Привет, дорогие друзья! Хочу рассказать вам, в каком отеле мы жили в Барселоне. Вот такой лифт в нашем отеле. Вот мы заходим. Я называю лифт двухкомнатный у нас. Вот первый, и дальше вот еще один. Где маска? Денис, маска где? Я нажимаю на ноль, и сейчас вы увидите, как закрылась дверь. Метро. Да, метро отдыхает. А сейчас подождем, она откроется, и я это сама покажу, какой у нас такой вот антикварный лифтик из двух комнат. Так, сейчас открываемся. Ой, открываемся вот здесь. Вот, толкаем. Ой, толкаем. И выходим вот такой прекрасный. А если подняться на самый верх, я все думаю, там можно пройти. А вот тут кто-то живет, видите? Вот тут ящички такие. То есть наш отель находится на третьем этаже многоквартирного дома. Вот дом выглядит примерно вот так. Лестница, посмотрите, какая лестница. Это просто какой-то антиквариат. Вот такая лестница. Такой высокий. Вот туда можно пойти пешком. Надо как-нибудь сходить пешком, а не на лифте. Посмотрите, какая дверь. Я поднялась пешком в нашем подъезде. Зайти никуда нельзя. Но эта дверь, это супер. А вот это звоночек. Можно позвонить. А вот эта ручка. Это вообще просто, наверное, испанский король ее трогал. Ну все. Да, ну вообще здесь все так красиво. Да. И так живут простые испанцы. Так, красота, детали. Красота в деталях. Здорово, здесь красивый холл. Вот такая вот дверь. И мы выходим на завтрак. Прямо у Барселону. Вот так открываем просто. И опс. И вот мы в тепле. Посмотри, какая жара. Просто реальная. А где это самое? Я предлагаю вот там. Отель находится на перекрестке улиц Университет. Рамбла и на той стороне Плаза де Каталония вывеска. Собачки уже вышли на прогулку. Номер в отеле я не снимала. Он маленький, довольно убогий. И в 6 утра мы приехали, отель нас не заселил пораньше. Хотя обещал. И за это я на него обиделась. И рекомендовать этот отель не буду. Я имею в виду вот сюда пойти. А, так. Смотри, там какие штучки. Да. Да. Вот наш завтрак. Такие вкусненькие бутербродики. Маленькие. Ну, это довольно сытно будет. Да? Мне кажется, если это все заезд. Угу. М-м-м. Да. Супер. Супер. Вот наши друзья из Польши. На том углу наши друзья из России. А?
в том углу нашей России. Да. В том углу из России. Супер. Когда окно светлое, ты, у тебя лицо темное. I'm sorry. Don't worry. It's for you. Give me one for you. Okay, thank you. Ксапела. Вот такие бутербурдики мы сейчас только что съели. Да, вкусненькие. А еще этот отель обещал мне хороший вид из окна. И смотрите, что я вижу. Хочу показать вам Барселону другую, холодную и зимнюю. Это съемки 2020 года. Мы останавливались между полетами здесь, в очень красивом дизайнерском отеле. В Барселоне холодно, просто нет сил. Но зато все красиво. Вон какие дома на горизонте. Вот мы укутаны, полностью упакованы. Посмотрите, какой интересный дизайн в нашем отеле. Мы стоим на 6-м этаже. А это вид вниз. Невероятное ощущение. Мы едем на лифте. Приехали. Здесь у нас такой мостик. Я выходим. Ищем остановку автобуса в аэропорт. Улица пустынная, вообще никого нет. На улице сильный ветер и холодно. Такая погода просто, по-моему, катастрофа. Очень холодно. Пошли на остановку. А 17-й есть? Есть. 17-й есть тоже.